Ваше объявление. Это вы звонили? Он жив? Не исключено. И вы знаете, где он находится? Курите? Я вынужден задать вам один не слишком корректный вопрос. Вы действительно хотите найти своего брата? Ну да. Просто прошло уже полгода. Вы могли прекратить поиски. Полиции ждут, пока не всплывет новая информация. Или пока не обнаружат тело. Но я не переставал искать. Ну, вы не сильно продвинулись. Это список тех, кто опоздал на рейс 447. Среди них ваш брат. Ведь он действительно не летел этим рейсом. Не знаю. Но если его проверяли, возможно, это и так. Все, кто купили билеты, но не были на борту, пропали без вести. Но они не просто исчезли. Их могли и похитить. Кто? Зачем? Нам еще многое предстоит узнать. Но кое-что мне уже известно. А что вам известно? По очевидным причинам я не могу вам рассказать все прямо сейчас. Скажите, а кто вы? Зачем вы это расследуете? Вот это моя сестра. Квартиру ставлю на коробку, ты спрашиваешь меня, где все. Послушай, подожди. Я сегодня встречался с одним человеком. Подожди. Алло? Да. 13? Да, хозяин будет дома. Послушай, надо посмотреть, а вдруг минутку. А вдруг я не смогу? У тебя операция? Операции нет. Да, все в порядке. Угу. Да, он будет. До свидания. Пап, завтра в час дня приеду подписывать акт сдачи приемки. Послушай, а это что там? Это соседи. Ну так вот, я встречался с одним человеком по поводу брата, и многое прояснилось. Оказывается, все не так просто. Что прояснилось? Возможно, его держат в заложниках. С чего ты взял? С тебя требовали выкуп? Ну вот я и говорю, что не все так просто. Пап, с кем ты встречался? Что это за человек? Он из полиции? Нет, не из полиции. Пап, если речь пройдет про деньги, я... Возможно, он из органов. Но с чего ты это взял? Он тебе удостоверение показывал? Нет, удостоверение он не показывал. Пап, нельзя доверять первым встречным. Алло. Да, я сейчас выхожу. Да подожди, сейчас приду все, давай пока. Удостоверение он не показывал. Ну? А, ну, они вообще не показывают удостоверение. Вот как ты себе это представляешь? Добрый вечер. Я и секретный агент. Вот мое удостоверение. Запишите мой номер телефона. И теперь я вам по секрету все расскажу. Они люди неприметные. Лишний раз представляться не буду. Пап, я очень хорошо понимаю, я всегда на твоей стороне, я готова тебя поддержать. Я прошу тебя только об одном. Пожалуйста, завтра в час. Будь дома, хорошо? Ну, хорошо. Пока. Пока. Thank you.
Я сейчас полицию позову. Ну так и что дальше? Откройте. Я забыл у вас. Я забыл у вас свой портфель. Я сегодня днем был у вас и забыл свой портфель. Коричневый такой. Я сидел вон за тем столиком. Кожаный? Да. Вы знаете, не находили. Не находили? Цел ваш портфель. А. Заходите. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Человек за окном бегает, а ты не видишь. Простите, у меня зрение -4. После работы линзы снимаю, и на таком расстоянии просто не вижу людей. А вы уже закрылись, да? Кофе? Да, было бы неплохо. Спасибо. Ну так вот, после того, как он сбил человека, он все ждал, что за ним придут. А за ним так никто и не пришел. Ну и, в общем, он решил, что можно остаться безнаказанным, а может, с ума сошел. В общем, не знаю, что там с ним случилось. Но где-то через год он убил соседа. Просто так взял и убил. Так получилось, что я это видела. Так испугалась, что даже маме ничего не сказала. А когда пришла в себя, пошла в милицию и написала заявление. На своего отца? Это еще не все. Когда его посадили в тюрьму, где-то через полгода, прихожу домой, слышу, что мама на кухне плачет. Захожу на кухню. А она сидит с каким-то мужчиной. Высокий такой, в очках. Встает и говорит: познакомься, это твой настоящий папа. Нормально? Но что самое удивительное, что у соседа, которого убил мой папаша, был сын и тоже не родной. То есть получается, что один не отец убил другого не отца. Вот такое вот совпадение. А что с тем отцом, который в тюрьме сидел? Вышел, а через месяц машина сбила. Вы меня простите, пожалуйста, но у нас действительно в семье все плохо видят. Наследственное. Ничего страшного.
Ночь ведь? Ну да, ночь. Ну что, веришь? Конечно, нет. А я достаю карту. И оказывается... И что оказывается? Правда. А вас как зовут? Как меня зовут? Да, ваше имя. А зачем вам мое имя? А как мы будем с вами общаться? Как будем называть друг друга? Никак. Я вообще не собираюсь с вами общаться. Простите, может быть, вы вернетесь за свой столик? Это навряд ли. Мне так удобнее с вами говорить. Видите ли, я плохой собеседник. А я так не думаю. Простите. Меня кто-нибудь рассчитает? Черт возьми. Куда же он делся-то? Что-то потеряли? Да я, кажется, деньги дома оставил. А теперь неизвестно, когда вернетесь домой. Посмотрите на мои руки. С виду две обычные руки. Но между ними все-таки есть разница. По своим возможностям они отличаются. Посмотрите. Вот моя левая рука. Такая же левая, как у вас, или как у любого другого человека. Вы же представляете вы себе с обычной левой рукой, не правда ли? Вот моя левая рука. Вот ваша левая рука. Вы пьяны? Что вы от меня хотите? Две простые левые руки. Ничего удивительного. Когда я щелкну левой рукой, абсолютно ничего не произойдет. Но если я щелкну своей правой рукой, я не понимаю, что вы мне здесь показываете? Сидеть! У вас есть другие особо важные дела? Нет? А вы кто вообще? Врач? Это вопрос. Да, я врач. Какой врач? Анестезиолог? Да. А в чем дело, я не понимаю. У каждого врача-анестезиолога тоже есть своя правая рука. Такая же, как и левая. Но рука эта обыкновенная. А вот другая правая рука.
Откуда вы узнали, что я врач? Если я щелкну своей правой рукой, произойдет нечто странное. Обычное для меня, но очень странное для вас. Сейчас вы в этом увидите сами. Черт возьми. Смотрите. Я щелкаю левой рукой, и ничего не происходит. А теперь я щелкаю правой. Да что они там, умерли, что ли? Я щелкаю правой рукой. Невероятно, да? Как так? Вы это понимаете? Давайте покажу вам снова. Щелкаю левой, щелкаю правой. Бред какой-то. Эй! Старик! Я всегда говорю, не делайте ничего важного левой рукой. На левую руку нельзя полагаться. Она может подставить вас в любую минуту. И никогда не доверяйте левшам. Все люди жмут руки правыми руками. И мы с вами протягиваем нашу сильную руку. А левши дают нам свою слабую. Вы понимаете, в чем мой секрет? Это вопрос. Не понимаю. Секрет в моей правой руке. Страшно? Что это за место? А тебе не плевать? Часы снимай. Что? Что? Где мы находимся? Хер с два, я тебе скажу. А ты как сюда попал? Так же, как и ты. Он не щелкнет. Даже не рассчитываю. И вы прибежали сюда среди ночи за пустым портфелем? Я слышал, что когда кастрируют котов, им не делают полный наркоз. Они просто не могут двигаться, но все чувствуют. Раз вы анестезиолог, вы должны это знать. Это правда? Не знаю. Может быть. Я не ветеринар. Почему вы пренебрегаете общением со мной? Я буду с вами общаться.
Только прекратите это. Здесь же очень важно разобраться, правильно? Правильно. Две руки, левая, правая. Щелкаю левой. Опять вы начинаете. Я все понял. Слышали щелчок? Никакого воздействия. А теперь я щелкаю правой. Не надо. Не надо. Не надо. Я заберу тебя. Ты меня слышишь? Почему ты молчишь? Руки мятые, ноги. Вы должны убить его. Другого выхода нет. Пока у вас есть шанс убить его, и тогда мы все вернемся. Вот. Я все обдумал. Если вам повезет, и он щелкнет еще раз, тогда вы появляетесь и сразу убиваете его. Вот, я кладу пистолет вам в карман. Он уже заряжен. Я спустил предохранитель. Главное, не заговаривайте с ним. Вы только возникаете и сразу стреляйте. Не тяните, времени у нас мало. Вам нужно появиться и сразу убить его. Вы меня слышите? Это наш единственный шанс. Кого? Моего брата. Я пришел за своим братом. А мне казалось, вы пришли сюда за портфелем? А вы считали, сколько раз я щелкнул? Если вы здесь, значит, число точно четное. А последний щелчок всегда нечетный. Вы это понимаете? Действительно плохой собеседник. Отпустите всех. Вы когда-нибудь могли себе представить, что самым важным для вас станет движение этой руки? Произошло убийство. Да, человек убил человека. Ну что значит как? Все эти люди участвовали в той лотерее, и только они не угадали ни одного числа. Откуда вы это знаете? Вы следователь? Вы кто? Вот это мой отец.
На этой карте я отметил точный адрес. Это кафе. Теперь будьте внимательны. Вы туда придете сегодня днем и оставите что-нибудь не очень важное. Например, вот эту кепку. Когда они будут закрываться, вы вернетесь туда и скажете, что оставили кепку за 5 минут до закрытия. И будете там ждать меня. Вам все понятно? Мы с вами встречаемся, черт знает где, и вся эта конспирация, это обязательно? Если вы мне не верите, тогда это наша последняя встреча.